29 апреля – день государственных символов нашей республики – герба, флага и гимна Чувашии. В этих символах многовековая история. В них нашли отражение самобытная культура и традиции нашего народа. Впервые герб и флаг появились у Чувашии как у самостоятельной территориально-административной единицы в 1920 году. Однако просуществовали недолго, после чего почти 70 лет пользовались символикой РСФСР. Современные же госсимволы были разработаны специально для Чувашской республики в 1992 году. Их создал художник Элли Юрьев. Государственный гимн написали поэт Илья Тукташ и композитор Герман Лебедев. Именно 29 апреля и герб, и флаг, и гимн были утверждены Верховным Советом депутатов Чувашской ССР.